В подвале одного из домов на Гагарина кипит работа. Сотрудники Сочи-водоканала устанавливают в пятиэтажке общедомовой прибор учета холодной воды. Жители должны были сами сделать это еще к 1 июля 2012 года, но не сделали. Теперь оборудование монтировать обязаны ресурсоснабжающие организации. Выполняя требования 261 федерального закона об энергосбережении, Сочинский водоканал вкладывает серьезные средства в эту работу, выступая кредитором. Работа была начата в 2014 году. За это время установили более 800 приборов учета. Стоимость на квартиру установки общедомового прибора учета составляет примерно 800 рублей. То есть это не такие большие деньги, плюс с учетом пятилетней рассрочки, то есть там цена колеблется там, от 10 до 15 рублей в месяц. То есть деньги достаточно приемлемые даже для пенсионеров, малоимущих граждан. Кстати, по решению собственников квартир сумма за установку общедомового прибора учета может быть погашена сразу. Оборудование изготавливается группой компаний «Взлет» в заводских условиях, что обеспечивает высокое качество и быстрый монтаж на объекте. О его установке жильцов предупреждают заранее. Устанавливая приборы в подвалах, сотрудники водоканала там попутно проводят ремонт труб и задвижек. Не менее важная работа. Весь процесс занимает час-полтора. Если нет противодействия со стороны домкомов и управляющих компаний, вода отключается ненадолго. В течение дня устанавливается до 30 приборов. Кстати, они позволяют решить сразу несколько проблем. Получая точные сведения о потерях воды на внутридомовых сетях, собственники квартир могут оценить качество работы управляющей компании и принудить ее провести ремонт сети и ликвидировать утечки. Также ресурсоснабжающие организации получают точные сведения об объемах поставленного ресурса. Водоканал, он выполняет свои обязательства в соответствии с 261 законом. Мы ему в этом помогаем, ведем профилактику, разговоры с собственниками, с председателем совета домов, с инициативной группой, предоставляем доступ. До августа водоканал планирует установить 880 приборов учета, около 500 уже установлены. На следующий год запланирован такой же объем, после чего все многоквартирные дома Сочи будут оснащены общедомовыми приборами учета холодной воды и требования федерального закона будут выполнены. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.